вот впереди. Ну вот то, ради чего я сюда пришел. Красивейшее здание в Иркутске, которое называлось Дом Кузнеца. Историю посмотрите в Википедии, в Аркипедии. Вот. Про которое я уже снимал сюжет лет 6-7 назад, когда вот там вот, где сейчас Слата, слева от него, от фасада, сгорело здание. И я спрашивал, а что же там будет на том месте старого домика построено? Ну, построили вот такой вот современный магазин. А дом кузнеца вот одели, обули в этот такой интересный баннер, да? И все бы ничего, да, ну понятно, что будут ремонтировать. А теперь скажите мне, как под этим баннером будут ремонтировать фасады? Не знаю, наверное, как-нибудь будут. Наверное, как-нибудь будут. Ну уж, конечно, лучше, не знаю, чем разрушенные фасады. Хотя для меня леса вокруг фасадов, то есть, что идет работа, было бы естественнее и понятнее. То есть, взялись ремонтировать фасады, построили леса, и там рабочие что-то делают, все ясно и понятно. Прошло 2 месяца, леса убрали, новые чистые фасады, великолепные. Но у нас другая традиция. Вы помните тюз? На нем вот такая тряпка, я их называю маскировкой, драпировкой или посмертным саваном еще. На деревянных домах это выглядит вообще как посмертный саван. На кирпичных, на каменных еще есть надежда, что это лечебное обертывание, да? А на деревянных это конкретное посмертный саван, когда понятно, что под этой тряпкой все будет гнить и гореть. Ну, здесь навряд ли, может быть, здесь будут ремонтировать, хотя я с трудом технологически представляю, как сейчас под этой тряпкой будут ремонтировать этот фасад. Видимо, так, как его ремонтировали на доме офицеров, так, как его ремонтировали на тюзе. Вы помните, лет 10 висели такие баннеры, пока они окончательно не почернели от грязи и пыли. Потом их сняли, и что вы думаете, мы увидели? Мы увидели, думаете, прекрасные новые обновленные фасады? Нет, то же самое. Ну вот давайте проверим и засечем время. Начало января 2019 года. Красивейшее здание, которое украшало даже в том виде, не очень, может быть, отремонтированном, но оно явно украшало эту улицу, сегодня завесили тряпкой. Давайте посмотрим, когда ее снимут и что будет под ней. Я буду счастлив, если ее снимут, ну хотя бы через полгода, а под ней будет обновленный красивый фасад. Я буду счастлив, правда. И я буду признателен всем нашим городским хозяйственникам. Вот. Хотя, повторяю, я с трудом представляю технологически, как можно ремонтировать фасад под этой тряпкой. Ну, посмотрим, наверное, у них это получится на этот раз. Как говорит Вишева, здание покрытой этой декорацией. Маскировка. Но есть такое подозрение, что эти маскировки, они скорее маскируют. Ладно, не буду дальше. Все понятно весь, да? Вот